играем сейчас композицию. Со счет на то, что никто не знает английского языка, она называется Time to be out. Но совсем не так, все наоборот, вот это начинаем. И, собственно, будете чувствовать в себе силы, выходите к нам, играйте с нами. Так что Thank you.
Паша Егоров. Паша Егоров, сегодня весь вечер быть с вами. Антон Хадибулин, в тех же порядке учил сегодня. Евгений Иванцов на барабаны будет сегодня играть, целый вечер для вас. Сергей Гер. Рояль. Пойдем сюда, в переднюю линию. Рояль.
Мой человек. Первый раз они с нами играют, я, к сожалению, не знаю, как тебя зовут. Борис. Вот он, надеюсь, недохнул вас. Будет там и сам представится вам. А сейчас мы сыграем композицию, которая называется «Холли Мёд». И к нам присоединяется Мариана. Это такой момент выйти все на сумерки, да? Thank you.
которую зовут Виктория. Она хочет с нами сегодня сыграть ее. Make you feel brand new. This price will inspire you.
Несомненная Мариана. Она... Девочка-выручалочка. Она никогда не боится ходить первой. Тем самым расслабляет остальных певцов. И после этого не страшно, они идут за ней. А сейчас мы сыграем... Сейчас мы сыграем композицию, которая называется Tuesday Night Squad. Это... Там соло в чем? Да, там фа минор. Если кто-то вдруг закончит поиграть там соло, то не бойтесь, не страшно, там фа минор. Thank you.
позвать с нами спеть замечательную девушку Таню, которая сейчас разговаривает телефоном. Нормально, да? Иди к нам. Здравствуйте. Так тихо стало, как будто сидит. Таня, подключите, извини. Все хорошо будет, не переживайте. Я надеюсь, по крайней мере. To
этим именем больше. Друзья мои, мне предупредили, что через, скажем, через 2 минуты мы должны закончить. Да, да, Новый год, еще один Новый год. Так что если вы хотите это отметить, как-то выпить, с кем-то чокнуться, загадать желание, то вот у вас 2 минуты есть на это. Я не знаю, что делать эти 2 минуты, честно говоря. Мы можем постоять 2 минуты, помолчать, если хотите. Дождаться Нового года и продолжить дальше. Только подольше поиграть, попить. Давайте так. Давайте вот есть такая песня у Стиви Вандера, она называется «Предубеждение или предрассудки». Да. Вот «Предубеждение или предрассудки». Давайте, ну, в общем, встретим этот Новый год без предрассудков, без предубеждений. Ровно 12 часов вы сделаете то, что вы считаете нужным. А мы сейчас ее споем вот с молодым человеком, который сегодня к нам пришел первый раз, да? Миша, вот он к нам пришел первый раз. Мы не знаем, что сейчас будет происходить. А мы сейчас для вас сыграем композицию, которая называется «Суперстижен». С Новым годом! Все, кто нас смотрит, с Новым годом! So
И по специальным заказам из барной стойки на сцену вызывается Марианна снова. Чем больше Марианна поет, тем вас вкуснее кормят. Давай. Давай. Давай.
все было 13-19 году, а теперь 13 год. Сейчас все сначала, ребят. Первая композиция. Олег, а вы здесь? Вот сегодня у нас есть мужчина, его зовут Олег, он барабанщик, он хотел с нами поиграть на барабанах. Здесь? Все. Олег? Вы сейчас сами не знаете. Ну, тогда пропустим. Сейчас есть другой барабанщик, его зовут Владимир, да? Вы здесь? Вот, идите к нам. Евгений Манцов покидает нас ровно на одну композицию. Все очень высоко. Невозможно играть. Где ты? Женя, где ты? Вся проблема была в стуле. В нем было ввинчено что-то железное. Итак, друзья мои, у нас премьера. Мы для вас играем композицию, старую композицию группы Rich Factor, она называется Listen Here, и с нами первый раз ее исполняет Владимир. One, two,
Владимир с нами сегодня играл первый раз. Спасибо большое. Женя, а сейчас мы для вас исполним... Ты хочешь спеть? Борис Голик сегодня весь вечер на арене. Они до этого отыграли прекрасный концерт со своим коллективом.
Новым годом! Борис Голик. Друзья мои, ну и, наверное, все. Мы вам высказали все, что мы хотели высказать. И надеемся увидеть вас на следующей неделе, да? Евгений Иванцов играл на барабанах. Евгений Иванцов! Павел Егоров. Павел Егоров. Егоров Павел. Сергей Кир. Сергей Кир. Антон Хабибулин. И все вы. До следующей недели. Все, пока.